Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Опасения не выполнить условия кредитного договора являются основным фактором, заставляющим россиян отказываться от ипотеки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Дельта Кредит». Почти половина респондентов, 47%, не готовы брать ипотечный кредит по этой причине. Вторым по популярности ответом стал «не подхожу под требования для одобрения». Его предпочли 20% респондентов. На третьем месте в списке причин отказа от ипотеки – недоверие банкам. 4% опрошенных указали, что предпочитают рассрочку от застройщика. 5% респондентов считают, что арендовать жилье выгоднее, чем выплачивать ипотеку. Дайджест недвижимости. УНФ проконтролирует устранение нарушений в домах для переселенцев в Стрижах. Кировским активистам пожаловались две семьи, получившие жилье в доме на улице Заводской, 1. Жильцы столкнулись с массой проблем. В нескольких квартирах появились трещины на стенах, плесень, разошелся линолеум. При низких температурах в доме промерзают пластиковые окна, и на подоконниках образуется лед. Проверка показала, что в квартирах не была должным образом сделана гидроизоляция. Предписание об устранении нарушений вынесла прокуратура. Подрядчик должен исправить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств, сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Константин Сечихин. Это не первый объект для переселенцев в Стрижах, где выявляются дефекты. Ранее прокуратура области проверяла дом номер 6 на улице Спортивной. Проверка подтвердила, что на внутридомовых системах водоснабжения и канализации отсутствует гидро- и теплоизоляция, а в трех квартирах есть трещины на стенах. Оба дома построены одним подрядчиком, заявляют в УНФ. Активисты намерены проконтролировать устранение нарушений. Дайджест недвижимости. Аукцион по продаже помещения в поселке Чистые пруды объявила администрация Кирова. Нежилое помещение площадью 73 квадратных метра находится на цокольном этаже дома номер 2 по улице Советской. Год постройки здания – 1975. Стартовая цена составляет почти 1 700 000 рублей. Шаг аукциона – 83 тысячи. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.